Сохрани их на многое лето! Помолиться, поздравить друг друга, а заодно и проявить себя. Несмотря на сильный мороз, День студента в Техническом университете прошел по всем традициям. Спартакиада в разных корпусах и спортивных комплексах ЛГТУ – это манеж, спортивный зал, бассейн по разным дисциплинам. И в том числе вот такое прекрасное мероприятие, как крестный ход, молебен. Мы угощаем студентов и прихожан часовни вкусными угощениями. Поздравляем с таким прекрасным днем. Ковидные ограничения внесли свои коррективы, и все же желающих разделить радость, а заодно и поздравить друг друга, оказалось немало. Пусть Господь благословит их в этом учебном году, поможет им сдать экзамены. И сегодня многие поднимали зачетные книжки, чтобы я окропил. Так вот, в добрый путь с Богом. Я всех искренне поздравляю с днем студенчества. И тех студентов, которые сейчас студенты, и те, которые были, и те, которые будут. Студент – это вечное состояние души. Я сам вечный студент, поэтому я с удовольствием поздравляю всех с днем студентов. Желаю всем хорошей учебы, побольше оценок, чтобы всем смогли сдать сессию на отлично, на четверки и пятерки, чтобы у всех все получилось. Сейчас успели погреться немножко. Это было просто прекрасно. Еще плюс, скушали довольно много разных сладостей. И настроение сразу повысилось. Пока на улице греются горячим чаем, в спортивных комплексах политеха и без того жарко. Мы в футболе участвуем. Может, не очень успешно участвуем, но мы стараемся, правда. Но в любом случае, зимой очень хочется поиграть футбол, да и в целом спортом заняться не помешало бы. Да, и очень хорошо, что такие мероприятия устраивают. Кроме футбола, студенты посоревновались в самых разнообразных видах спорта, от волейбола до шахмат. Провести этот день активно, делятся студенты, значит настроиться на успех в учебе. София Ценко, Алексей Фризин, День с толком.